Ну что, человек, ты снова получил для нас скидку? Не только я один, мы оба получили билет с аквариум плюс зоопарк, стоит 370 для взрослых. Нам удалось купить по 220 бат с человека. Мам, привет! Сегодня пятничное утро. Ну как утро, блин? Мы уже проспали, как всегда. Давайте по правде говорить. Уже 12 часов, начало первого, и мы только приехали в зоопарк. Здесь есть шоу животных и шоу морских котиков. Но морские котики на реконструкции, только шоу животных. Не уверен, что это означает. Но меня больше всего тут интересуют панды. Я никогда не видел панд, но так что же. И очень хочется посмотреть на этих милых поедателей бамбука. Ну как милых? Панды бывают агрессивными. Это все-таки медведь, просто он слишком плюшевый. Но уже хочется увидеть, как выглядит этот зоопарк и составить свое мнение по поводу нахождения животных в клетках или, может быть, тут у них достаточно пространства. Только-только подошли к первому объекту с птицами и уже эмоции. Кирилл такой: это же попугаи несутся, это что, ара или какаду? Ну, в общем, это выглядит все потрясно. Словно ребенком себя ощущаешь, когда попадаешь в зоопарк. Мы взяли билет на автобус, такой хупон-хупов по зоопарку. Кто не знает, что это за система, можете высадиться на любой остановке и потом запрыгнуть снова. И пока вы не сделаете полный круг, вы можете кататься. Здесь есть вот такие вот отметочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Водитель автобуса будет вам ставить печатку и сигнализировать о том, что на этой станции вы уже зайти сюда не можете. В общем, надо для панд брать отдельные билеты, стоит 100 бат, 50, если вы местный или имеете водительское удостоверение. Честно говоря, это очень неправильно, потому что ты уже заплатил за вход, как бы ожидаешь увидеть все, что тут есть за те деньги, которые ты уже заплатил, а тут тебя требуют еще. Такой напряженный коридор ведет к пандам. Да, мне кажется, что нас сейчас будет досматривать, вообще там проверять вещи, как в аэропорту. Там обрызгивать каким-то спреем. Так прохладно в этом коридоре, просто невозможно, как будто мы записались на ледовое шоу. И везде сопровождают картинки о пандах, чем они в жизни занимаются, как за ними ухаживать. О, вот и она. Все, переливаемся, чтобы посмотреть на панд. Панды на свете, типа, ребят, как нам сделать жизнь лучше? А давайте не будем размножаться, и люди нас будут по-королевски кормить, обхаживать и вообще заботиться о нас. Отличная идея, мэн, шикарно, так и сделаем. И вот они здесь. Кресло королевское, тут площадка, к ним отдельный вход, у них отдельное помещение, их все обожают. Мне кажется, миссия выполнена. Это очень мило. Мы можем до бесконечности наблюдать, как ест панда. Добавляем огонь, вода, как работает человек и как живет панда, поглощая бамбук, древесину, листья и все остальное, что под лозунгом «Травоядна». Она настолько медленно ест, что я не удивлюсь, что она целыми днями может питаться. Просто потому, что настолько медленно жевать. Ребята, давайте чуть побыстрее. Туристы на вас надеются. Вы живете что-то другое, но нет. Эти палки бесконечные, мы никак не можем дождаться, чтобы на что-то другое перешли они. Еще, конечно, интересно, почему их разделили. Они должны размножаться, нет? Для этого как бы их одной клетки должны держать. Может быть, для этого нужен определенный сезон или создать атмосферу, когда уйдут туристы, зажечь свечи. Романтик. Показать ее лучшие стороны. Видео когда... Парижа включить, шансон, французский. Не, не русский. Как-то так. В
просто в Таиланде снег это диковинка, поэтому здесь есть купол, под которым снег, зима лежит. Я спросил, что-то там еще есть? Нет, просто снег. Поедем в Карпаты. Да, снег мы видели с Наташей, мы от него убегаем, так что мимо. Можно поставить печатку, чтобы заходить еще и еще. Я сейчас буду кормить скатов из рук. Это очень немножко стрёмно и круто. Надо зажать мяско в серверу. И впечатление, будто щёточка такая ко мне утюжит пылесос такой небольшой. Это очень прикольно и ничего опасного нету, но ощущение очень необычное. Ищет. Ну как ощущение? Точно, как будто пылесосом, щеточкой, когда ты ковер пытаешься очистить, вот по тебе прошлись. Первый раз я испугалась, вдруг сейчас он не может забрать, начнет током бить, чтоб наверняка эта рыбешка слетела с руки. Но правда, теперь моя рука чиста. Почему это такое забавное? Ощущение странное. Такая щетка всасывается, все, и кажется, что с руку проглотит твою. Это мега прикольное удовольствие. 50 бат просто копейки за тот вихрь эмоций, который вы испытываете, когда этот пылесос пытается поесть. Очень прикольная штука, очень прикольная. Мы сейчас собираемся попасть в туннель по типу того, в котором мы были на Пхукете, только он намного больше, тот совсем крохотный был, а здесь прям можно развернуться. Дорожка ускоренного прохода не работает, как и там. Это, мне кажется, к лучшему, потому что можно будет остановиться и насладиться видом. Очень напоминает какой-то футуристический космический корабль, эти формы очень такие необычные, прям можно вдохновляться бесконечно, рисуя всякие фантастические футуристические вещи тут. Аквариум здесь или в Пхукете, просто его стоит посетить, чтобы дотронуться до ската и почувствовать вот эту вот щекотливую щеточку. А так надо двигаться дальше.
Мы сейчас подошли к корпусу, он причем очень внушительных размеров, с пингвинами. Я обожаю пингвинов, мне кажется, их невозможно не обожать, они такие же милые, как и панды. Может, это черно-белый цвет? Как вам теория? Не знаю, в общем, сейчас заходим сюда, смотрим, умиляемся, тратим очередной час времени на один вид животных. Очень внезапно экспозиция с пингвинами начинается с мамонта и продолжается информация о динозаврах. Типа, казалось бы, к чему это? Конечно, очень прикольно, что пингвинам отвели целый павильон, собственное здание. Но он кажется таким пустым, потому что их, ну там, пару, не знаю, меньше 20 пингвинов, и, ну, хотим ездить развернуться, и можно посмотреть, как они плавают в воде, можно посмотреть на них сверху. Но все равно какое-то ощущение пустоты возникает, потому что пространство не задействовано очень много. Любо-дорого будет увидеть в естественной среде обитания, тем более все это возможно. Эти поездки уже давно всеми блогерами конкретно так тиражируются, поэтому я надеюсь, мы насобираем денежек и отправимся либо к берегам Южной Америки, либо в самое сердце Антарктиды. Ну, не в самое сердце, а вот там, ближе, поблизости к берегам. Кормят меня, уже забыли совсем, что старый Сэм тоже здесь живет. Там всех переселяли, а я проспал это время и тут остался. Этот островок похоти, черепашьей похоти, получает приз зрительских симпатий. А тот все в бок продолжает. В этом месте реально кажется, что ты не в зоопарке, а в парке юрского периода, где заброшенная монорельс, тут никого нету кругом, все такое довольно зачуханное, кажется, и никого нету из людей вообще. Клетка с птеродактилями, как в парке юрского периода, огромнейшее просто пространство для птиц. Где вы гуляете, они летают свободно. Это очень круто, на самом деле. Много надежд я покладав на этот павильон с птицами, потому что читал, когда очень красочно, ярко звучало описание, прям хотелось сюда попасть. Думал, что это такое место, где прям птицы кругом вьются вокруг тебя, как бабочки вчера в парке Королевском. Либо как в мультфильме «Рио». Да. Птицы поют, летают. Здесь же надо вглядываться, потому что это суровая жизнь. Птицы не будут перед тобой бегать, плясать. Сама идея павильона божественно крутая, и сделан он, в принципе, неплохо. Но вот наполнения самих птиц очень мало. Большинство из них это сухопутные индюшки местного разлива. Вот, да, они красивые, но все, на этом все заканчивается. Очень мало птиц, честно, это разочаровывает.
А огорчило то, что при нашем уходе мы увидели, как большинство животных уже в своих вольерах, их загнали в клетки, и им не дают возможности ходить, хотя территория у каждого животного, млекопитающего, например, даже у птиц, огромные, они могут спокойно перемещаться. Да, слонов, например, загнали уже в вольеры узкие, тесные, непонятно, ну, до утра ли это, или просто временно, чтобы осмотреть, там, не знаю, массаж ему сделать, полить его водичкой. Тут попугаев тоже загнали в вольеры. Вообще территория очень большая, но большая часть, мне кажется, вообще не занята ничем. Заиграл ребенок, когда мы сюда пришли. Очень хотелось всех этих животных увидеть, но я еще раз возвращаюсь к тому, к чему я пришла после встречи со слонами. Это было в Краби. Надо видеть их в естественной среде обитания. Вообще по зоопарку видно, что он раньше был большим великолепием своим, представал перед посетителями. Здесь был монорельс. Не самый лучший, в которых мы бывали с Наташей, но довольно интересный, особенно если вы находитесь в Чангмае продолжительное время. Я думаю, вам, вашим детям, ну, любому взрослому будет интересно сюда заглянуть, потому что, ну, как минимум, здесь есть панды. Если вы их не видели раньше, то, как мы, будете в восторге. И другие виды животных тоже очень интересные. Индийского носорога, например, можно, да, увидеть. Да, тоже редкое явление. Десятки. Здесь вообще активность есть, так что можно попасть утром на одно, вечером на другое. Ну, в общем, нам понравилось проведенное время. Если вы любите природу, мне кажется, почти в каждом зоопарке, в каком-то городе посещая, можно найти что-то хорошее, интересное или просто побыть наедине со зверушками. Я думаю, твердая четверочка ему вполне подойдет.